Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь мы на рыбалке. Лето по-прежнему жаркое, и мы отправились немножко охладиться на воду. Вода, правда, теплая. В Самарке 26,5 градусов. На Волге чуть попрохладнее. Ну, мы и туда сейчас уберемся. Жарко, конечно, у города. Ветра практически нет, солнышко греет нещадно. Лодки разгоняют волну, все стремятся на Волгу. Но я хочу все-таки проверить здесь коряшки. Рыба здесь показывается, и никто ее не ловит. А вдруг нам улыбнется наше рыбацкое счастье здесь? Проверим сейчас. Ну, давайте, рыба, не прячьтесь далеко. Ну, смотри, боржа как толкает в воду. Осенью по холодной воде я здесь 7-килограммового судака вытащил. Но сейчас вода теплая. Наконец-то вырвались мы из душного города. На вечерний клев осталось еще 3 часа. Начался свал. И подъем. Здесь такая вот канава интересная. С 5 до 10 метров. Так, ну что, встаем на якорь. Будем стационарно пробивать рельеф. Он каких-то рыб показывает. Щука и судак здесь водятся. Вот 4 метра сейчас мы здесь заякоримся. Течением нас снесет поглубже. И будет прям то, что надо. Водохранилище цветет. Там течения нет. В Тольятти уже зеленые поля плавают. Вот это все стекает к нам. Вот такое вот у нас веселое лето. Ну что, на месте. Глушим мотор. И отправляем приманку за рыбой. Вот и первая поклевочка. Вот так вот стащила всю приманочку. Следы. Ну, похоже на щуку. Не крупная, но щука. Сейчас проверим, правда ли это. Так, меняем приманочку. Такая вот малечек есть. Красивая. Уловистая. Крупные приманки сегодня что-то в игноре. Поэтому попробуем мелочью вообще понять, есть сегодня настрой у хищника клевать. Что-то и на эту не клюет. Надо дальше пробовать. Будем ставить большие приманки снова. Дело к вечеру. До
должна крупная рыба выйти все-таки поесть. Только лопухи клюют он. Ну что, постояли мы на этом местечке часок. Одна невнятная поклевка и тишина. Надо искать другие места. Может быть, к вечеру сюда рыба подойдет. Вернемся, проверим. А пока идем ближе к фарватеру. Глубина 10 метров. Где-то здесь есть банка. Сейчас мы ее найдем. И, возможно, нам улыбнется жерех какой-нибудь. Вот, пошел подъем. И впереди видно, вон водоросли торчат посреди Волги. Рыба есть, но не клюет. Вот трава клюет хорошо. Давай еще разочек. Пойдем с другой стороны обойдем. Ничего не клюет в этих местах. Пойдем пробежимся вверх по течению. Берега среднего пляжа застроены ничуть не хуже, чем город. Тихо. Есть тут коряжечки, и вроде как силуэты рыб присутствуют. И время уже подходящее, без 10:07 вечера. Должна быть какая-то рыба все-таки в нашем улове сегодня. Ну, очередной круизник пошел в путешествие. Повез страждущих отдыхать. Наконец, и Лехе удалось выбраться из города. Сейчас он здесь пройдется, поищет точки и попробуем вместе поискать рыбу. К вечеру началось течение, и легкие веса уже не достают до дна. Попробуем потяжелее что-нибудь поставить. Так. Нет, это слишком тяжелое. Полегче немножечко. 50 грамм. И 6 дюймов приманочка. То, что надо. Сейчас, сейчас поймаем мы нашу рыбу закатную. Ага, обрыбился. А у нас пока тихо-тихо. Если нет ничего, то вернемся сюда завтра. Эх, дорогие друзья, жаль с вами расставаться, но время нашей программы подходит к концу. До новых встреч и рыбацкого счастья вам!